Приветик, приветик! Это я, Оля, из Греции, а вы на моем канале Flower Therapy, цветочная терапия. Сегодня у меня сюрпризик. А сюрпризик он не только для вас, но и для меня. Вот этот вот пакет, коробка, прилетела ко мне с Кипра от одного молодого мужчины, который занимается кактусами, выводит свои виды, скажем так, и решил поделиться со мною его личными малышами, выводками. Вот, он скрещивает эхинопсисы, лубиви, там не знаю какие виды, и выращивает из семян, в общем, кактусы. Сказал, что не расскажет мне никакие цвета, никакие, что там точно. Хочет, чтобы все было сюрпризом. Когда зацветет, мы вместе увидим, что за цветочки будут, что там такое будет. Ну, я согласилась, конечно же. Хотя, знаете, времена нелегкие, все стоит дорого. Предлагала оплатить я эту посылку, не соглашался ни в какую. Ну, захотел мне сделать подарок. Большое тебе спасибо, Хари. Он понимает по-русски, не знаю, если он хорошо разговаривает и читать, и понимает. Вот, Хари, Хараламбе, Хараламб, да, Хараламб по-русски. Вот, так что будем открывать, смотреть, что там уже. Мне самой интересно, ну вот прям интересно. А как интересно вам, наверное, да? Давайте. Ну вот, начинаю я распаковывать. Ветер, конечно, дует. Я что-то там напеваю и думаю, как я буду это все делать с таким ветром. Но продолжаю. Опа, опа. Такое местечко себе нашла красивое. Бульданеш позади. Самолеты летают, шум издают. А мне так интересно увидеть уже, что там внутри. И нафта. А там такие маленькие сюрпризики. Сейчас увидите поближе, как все красиво упаковано. Просто прелесть. Мне такую посылку еще никогда никто не посылал. Так красиво упаковано. Ну вот, будем продолжать смотреть. Что-то улетает от ветра. И тут я понимаю, что все, надо мне в дом. Зря я устроила все это на улице. Что будет очень сложно. И вот я перешла в дом. И думаю, тут все будет нормально. Хотела все раскрыть на камеру, чтобы видели вы. Конечно же, показываю свои эмоции. Как, вот, как чувствую, так и показываю. Только не выражала это словами, а мимикой лица, там, рук. Потому что надо озвучивать на двух языках теперь. Вот. И вот такие вот малышня, которые заставляют меня улыбаться. Улыбка не сходила с моего лица. Вот будете видеть далее. Эмоции просто на высоте. Так все приятно. И так красиво. Радуюсь, как девчушка. А в принципе, я и есть девчушка. Мои хорошие, мои колючки. Хорош. Ну, чуточку побаловаться тоже не помешает. Люблю розовый цвет.
таблички, конечно же. И вот такие вот малыши, которые совсем не малыши. Коробка-то большая. А я радуюсь, а я радуюсь и колюсь. Ого. Ощутила себя как иностранные блогеры, которые открывают коробку, коробки, посылки, сюрпризы. Вот прям почувствовала, как они, как для них это, как побыла в их шкуре, как говорят. Когда не знаешь, что получишь, это просто такие эмоции. Смотрите, какая красота, какой крупный. Я была в шоке. Но надо было молчать. И как мне только удалось это. Такие хорошенькие, такие свеженькие куколки. Сколько их там, думаю я. Мне же стало жарко. И радуюсь, и волнуюсь. И не первый раз посылку открываю, но все-таки волнуюсь, чтобы все вам показать, и все получилось как надо, потому что переснять невозможно. Чувствую, что у меня уже головная боль начинается. Так упаковано было тщательно все. Просто замечательно. Даже надо так уметь. Удивляюсь, что я там вижу. Еще упаковочки разноцветные. И не могу поверить, сколько их там. Ну, уже до слез вижу. Луковичные. Удивилась. Эхинопсис. Еще один эхинопсис. Ура! Хари-хари. Ну, хари ты даешь. Аллойчик, красотулька. Радость полные штаны, как говорят.
еще один эхинопсис. Нет, это, кажется, была лубивия. Красотулька. От радости слезы набираются в глаза. Но я держусь, я крепкая. А что там такое? Что там такое? Ой, малышики. Какая малышня. Красота. Эхинопсис гибрид. Розовый. Смеюсь сама над собой. Смех радости. Улыбки радости. Опять, видимо, самолет пролетел. Да что такое сегодня? Угу. Ой, какой хороший. Да их два. Ах. Эмоции переполняют, зашкаливают, как говорят. И что там такое? Открытки. Внимательный ты парень, Харламп. Такие открыточки мне в коллекцию. Много всего и даже семена. Вы, наверное, узнаете. Знакомые вам, скорее всего, растения. Дельфиниум. Довольно. Еще дельфиниум. Да, голова болит. А что там такое? Пакет. О, увидела красоту, вкусноту. Та-дам! Да, думаю, еще мне худеть надо, а тут мне еще шоколад послали. Балдею сама над собой. Ну что, будем смотреть получше? Я разложила тут хорошенько. Ну, посмотрите, какая красота. Вот эти вот бумажка, ну, вообще прелесть.
Такие, ну, такая красота просто поднимает настроение. Одно завернуто просто в бумагу или в газетку, да, а другое вот в такую вот красоту. Да еще и во всем пакете, среди вот этой вот зеленой, скажем, бумажки, вот эти вот, как их там, сердечки и бабочки. Ну, такая красота, такая милота, ну, я прям умиляюсь. Ну, просто прелесть, конечно же, я вот это вот все не выкину. Я люблю вот такие штучки, я их обязательно куда-то применю. Ну, давайте начнем с кактусика. Сейчас вот так вот по отдельности. Я их даже не вытащила с бумажек. Пусть вот так вот все красиво и останется на видео. Вот. Ну, посмотрите, какие цвета, такие бумажки. В общем, самое главное, что и красиво, и растения хорошенькие. Ну, вот и хинопсисы тут написано, да, там, миа парагоги, там, значит, один, как сказать, посев там. Вот. Видите, они даже в темноте чуточку, пока летели, чуточку некоторые подвытягивались. Но я думаю, все сейчас восстановим, все будет хорошо. Вот, вот такие вот. Ну, вот тут хамацериус гибрид написано. Вот они. Вот такие вот. Показывала размеры. Так, тут эхинопсис. Не написано никакой ничто. Но, наверное, Хари знает. Хараламп. Вот, видите, там везде сердечки эти. Хари, что? Столько много сердечек, ну прям. Ну вот прям для нас, для девочек это, знаешь, ну посмотрите, какой крупный, какой хороший. Эхинопсис тоже Мия Парагоги написано 19-го года. Значит, один, как сказать, замес, не замес, в общем, поняли. Так, эхинопсис тоже 20-го года. Вот. Хари, молодец, какие у тебя они хорошие, какие они у тебя, как сказать, ну, не свеженькие, как сказать, здоровенькие, такие крепненькие. У меня 100 лет какие-то хинопсисы даже не растут, а у тебя вот двухгодичные вот такие. Ну, ты молодец. Так, эхинопсис. Может, даже Хари сам не знает, какие еще выйдут расцветки. Будет очень интересно, когда не знаешь, вообще интересно, да? Вот. Тут написано эхинопсис желтого цвета. Вот он, красавчик. И корни, вот какой хороший. Так, тут эхинопсис тоже. Вот появились у меня эхинопсисы, да? Оттуда, где у меня не было их. Так, этот я показала, не помню, что я показываю, что нет. Вот. Ох, какие они хорошенькие, какие толстенькие. Вот такой вот, тоже эхинопсис. Ты малисик, ты такой нежный малисик, прям, ты что, колючечки такие прям. Вот, тут их два. Тут написано эхинопсис китринорос, желто плюс розовый. Не знаю, желто-розовый имеет в виду, двухцветный или один такой, один другой, это не имеет значения. Вообще спрошу, чтобы знать, как их, куда их пристроить и что. Вот. Ну, скорее всего, не в один посажу. Скорее всего, все по отдельности. Вот тут вот лобивия такая вот. Смотрите, какая она хорошенькая, толстенькая. Ты моя хорошая. Ты моя красавица. Так, вот этот показалось, если не ошибаюсь. Вот тут какие-то луковичные. Вот название. Еще не смотрела, буду смотреть. Вот. Вот, тут даже уже вон что-то там выходит. Может, даже и сейчас можно посадить. Ну, сейчас я все узнаю. Поговорим мы и узнаем. Так, эхинопсис гибрид, ауреа розовый. Вот, они такие малисики-малисики. Вот это самые маленькие. Ну, вот я думала, и малышики он мне пошлет. А он мне тут такие крупные послал. Ну, прям не знаю. Я не считала, сколько их. Так, вот тут вот алочек такой красивый, бревифолия. У меня какая-то бревифолия есть, но она как будто другая все-таки. Харри, она у меня какая-то другая. Я тебе покажу. Посмотрим. В общем, разницы нету. Это твоя. И, конечно же, она будет посадена. И буду радоваться ею. Но, видели, да? Видели, как я реагирую на все и на... Вот такое. Ну, это что-то интересненькое. Ну, я не знаю, тут фирма одна.
Конечно, буду пробовать. Я сейчас же скоро вот прям вот закончу и открою и попробую хари. Может, и на камеру. Вот так. Ах, тут. Так, это черный шоколад. И это черный шоколад. Ну, Харри, видимо, очень внимательно слушает мои ролики и все уже знает про меня, что я люблю черный шоколад с апельсином. А это без ничего. Вот. И даже открытки. Ну, Харри, ты даешь. Ну, Харри, ты даешь. В мою коллекцию пойдут в кактусную вот эти цветочную. Я и цветочки, и кактус, и суккуленты собираю. И вот такой зайчик. Ну, вот к одному могу всего я тебе претензии предъявить. Почему не подписал открытки? В следующий раз подпишешь. Вот. И семена. Это дельфиниумы. Я знаю так по-русски. Вот, тут как-то написано, я сейчас не знаю, сюда читать по-английски. В общем, дельфиниум, дельфиниум, и это тоже дельфиниум микс, тут разные. Вот, дельфиниумы любим, ну, уже, наверное, на следующий год я посею их. А вот это вот растение я видеть-то видела на картинках, но знать-то я его не знаю. Ну, попробуем, попробуем. В общем, голландские семена, насколько я вижу. Вот, красота, красота, что сказать? Я просто, у меня улыбка со рта не уходит, у меня даже мышцы вот тут вот вокруг рта болят, потому что я всю дорогу смеялась и хохотала и улыбалась. Ну как не радоваться такими сокровищами? Харламп, большое, пребольшое спасибо. Вообще, подожди, я тебе это сейчас скажу, и ты мне будешь смотреть, когда я это буду говорить. Харламп, большое, пребольшое тебе спасибо. Ты не представляешь, какую ты мне радость сегодня устроил. Это праздник. Это просто праздник. Это как будто мне Дед Мороз принес подарки. Вот как в детстве дети радуются. Вот так сильно ты меня порадовал сегодня. Я просто... У меня кружится голова. У меня болят мышцы. С нетерпением жду попробовать шоколадки. И благодарю тебя. Очень-преочень-преочень. Ну, ты такой молодчина, ты такой молодчина. Ну, я не ожидала от тебя такую упаковку. Так все бережно, так все приятно, красиво упаковано. Я от парня не ожидала. Вот честно, ну ты молодец. Ой, какая будет счастливая женщина-девушка, которая будет твоя. Я представляю, я представляю. Благодарю. И, конечно же, я обязательно оставлю ссылочку на Инстаграм. Нет, не на Инстаграм, пока еще, кажется, нет Инстаграма. На Фейсбук, на личную страницу в Фейсбуке. Харри, может, он хочет с кем-то еще поделиться. Может, вы просто хотите у него что-то узнать. Я не знаю. Он парень стеснительный. Подарок мне сделал. Сказал, что хочешь, говори. Я не возражаю. Ну вот я, конечно же, вам дам ссылочку на его страницу хотя бы. А там вы уже сами договариваетесь, что вы там можете обменяться, может, что там продает. Не знаю. Это вы все поговорите с ним. Большое-пребольшое тебе спасибо еще раз. Еще много-много раз. Ну, сегодня день удался на нет. Теперь буду монтировать и стараться побыстрее загрузить, в общем. Спасибо всем за просмотр. Жду ваши комментарии, жду ваши лайки. Пишите мне, как вам вот такие вот подарки, как вам вообще вот это все. Я еще в шоке. А вы? Вопрос. А вы? Жду. Спасибо всем.